Вместо пустырей – болота и зарослей бурьяна, ландшафтный парк. В Путилково официально открылась после благоустройства зона отдыха. Площадка для воркаута, качели для детей и взрослых, стильные фонари и скамейки. У храма Архангела Михаила с видом на реку Сходня теперь есть все необходимое для досуга. Такая необычная получилась площадка, необычный парк. Хотелось бы, конечно, чуть места побольше, чтобы было где разгуляться, как говорится. Но так как мы тут ограничены в пространстве, поэтому что есть, то есть. Ну, в принципе, нам, да, мы очень довольны парком. Это заслуга жителей и администрации округа. Инициативная группа участвовала в создании этого парка с начала проектирования до самого момента перерезания красной ленточки. Удивительный корабль из лиственницы привезли из Сибири. Ладья не просто игровой аттракцион, это символ самого Путилково, которое расположено на историческом судоходном пути. В планах создать зону для пикника и организовать подход к воде. Достаточно много здесь еще есть земли для работы, где-то около еще 1,5 гектара. Сейчас планируется осветить и сделать элементы подсветки храму. Здесь будут стоять 3 прожектора, которые будут то же самое вписываться в общую структуру освещения данной парковой зоны. Здесь очень красиво ночью, очень красиво. Здесь даже люди, вот особенно с летом, я думаю, будут большим удовольствием здесь находиться. Парк решили именовать Братцевским по названию горы, на которой он расположен. Благоустройство было сделано за счет инвестора. Администрация округа также обеспечила часть работ. Например, установила площадку для дрессировки собак. Теперь братья наши меньшие не мешают отдыхающим в новом парке.